Бороться с маловодием, сажая деревья, предложили ученые на заседании бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа. Помимо проблем обмельчания водоемов, обсудили и подготовку к половодью. А также обслуживание бесходных гидротехнических сооружений, таких как дамбы, водохранилища и плотины. Так, например, уже к концу этого года их должно остаться около 500. Ранее их насчитывалось 800. Кроме того, сейчас проводится большая работа по переводу этих объектов на баланс органов местного самоуправления. Довольно значительные средства выделяются на том, чтобы поддерживать гидротехнические сооружения в рабочем состоянии. Но если брать по Самарской области, то в период последних 5 лет около 13 миллиардов рублей было выделено на то, чтобы поддерживать гидротехнические сооружения в рабочем состоянии.